Архангельская хоровая капелла. С песней по жизни. Именно так хочется сказать о людях, отдавших песни хоровому пению 30 лет. Архангельская хоровая капелла считается одним из лучших коллективов нашего города. Имеет почетное звание лауреата первого всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества. Имеет диплом выставки достижений народного хозяйства СССР. Руководитель капеллы Владимир Александрович Максимков награжден золотой медалью выставки. Выступления капеллы слушали любители музыки Москвы, Ленинграда, Ярославля, Вологды, Петрозаводска. За 30 лет коллектив достиг многого. Об этом свидетельствует творческое содружество с профессиональными коллективами, Ярославским симфоническим оркестром, солистами Большого театра Союза СССР, участие в Собиновском фестивале, выступления по центральному телевидению, записи на пластинке. Руководит коллективом выпускник Ленинградской консерватории, заслуженный работник культуры РСФСР Владимир Александрович Максимков. За эти годы выучено и исполнено около 400 произведений различных эпох и стилей. Более 500 концертов дала капелла за эти годы. Все это стало возможным благодаря участникам их любви к хоровому пению. А сейчас послушайте концерт капеллы. Запись по трансляции из концертного зала Архангельского музыкального училища. Веревка, стихи автора, край родной. Кравченко, стихи Багрицкого, молодость. Oh,
Свиридов, хор из патетической оратории на стихи Маяковского. Здесь будет город сад. Солистка Нелли Павлова. Thank you.
Щедрин. Два хора на стихи Твардовского. Как дорог друг, прошла война. Парцхаладзе, стихи Купаташвили. Озеро.
Вы слушали музыкальную передачу «Поет Архангельская хоровая капелла», подготовленную Архангельским радио.